Мы находимся на 61-й вечеринке ТВ «Шанс». Рядом со мной король российской эстрады Синай. Синай, добрый вечер. Добрый вечер. Спасибо за такой титул. Королем меня еще никто не называл, но очень приятно. Спасибо. Ну, недаром ты сидишь на троне, поэтому король. И плюс у тебя есть успехи, успехи очень существенные. Расскажи, пожалуйста, чего ты добился за последнее время? Я знаю, ты пишешь очень много песен, очень много выступаешь. Поделись своими успехами. Да, очень много я выступаю и песни пишу. Вот у нас есть такая певица Светлана Барская, тоже начинающая. Вот я ее поддерживаю. Вот она обратилась ко мне, говорит, напиши мне песню. Вот, говорю, Свет, ну а про что ты хочешь? Она говорит, хочу песню про мужей. Я говорю, ну я такое никогда не писал. Она говорит, напиши. И я ей написал, в общем, песню. Вот, она тоже планирует здесь исполнять ее. Вот, ну уже записали ее все, как бы. Вот, и как бы, ну вот так. Ну вообще я в августе написал, знаете, сколько? 5 песен. Ну уже все разобрали. Все. И, ну, просто я такой даже думаю, надо же, типа, ну, как горячие пирожки. Вот. Спасибо. Синай, а как приходит к тебе вдохновение? Откуда ты его черпаешь? Потому что писать песни – это действительно талант. И так много писать песен. И плюс ты для разных артистов пишешь, не для одного. Но для меня это очень легко, потому что я чувствую людей, я чувствую, что им нужно, и я пишу от души. А когда ты делаешь искренне это по-настоящему, то и песни получаются в лед, и они любимы и нравятся слушателям и исполнителям, которые их поют. Синай, я знаю, ты после нашего мероприятия едешь выступать на дне города, у тебя даже бейджик есть, покажи, пожалуйста, бейджик свой. Да. С кем ты выступаешь на одной сцене и какую песню ты исполняешь на дне города? Я выступаю сегодня на одной сцене с Клавой Кокой, Егором Кридом, Люся Чеботина. Ну, очень много там артистов, вот. Но я, вот, ну, скорее всего, я исполню песню «Моя мадам», потому что она уже, ее знают все, ее поют буквально. Вчера тоже был на празднике Дня города, и мне говорит, а вы артист? Я говорю, ну да. Такой, ну да, такой еще скромничаю. Вот, а что вы поете? Ну, мы типа не это. Я такой напел, помнишь, как падали звезды? Они, о боже, это вы, типа? Я говорю, ну да, типа. А мы даже вас, типа, и вот песню знаем, а вас вот лично. Я говорю, ну вот теперь, и мы познакомились, вот. Ну, как бы вот так. А вчера ты еще с Анитой Цой встречался, и Анита Цой тоже тебе какие-то пожелания сказала. Где вы с ней встретились? Ну, Анита Цой, да, она была в Парке Победы, на Парк Победы, да, на главной площади, она всех поздравляла и, ну, работала на сцене, да. Синай, вот я помню, как мы с тобой первый раз встретились на наших пиар-вечеринках, было это где-то больше года назад, и вижу, какой существенный рост у тебя в твоей карьере. Поделись, пожалуйста, с новичками, вот кто только пришел на ТВ-шанс, какие тебе качества помогли и за счет чего ты так существенно развился за этот период? Ну, надо работать над собой, работать над своим творчеством, всегда стремиться улучшать себя, совершенствовать свои качества, вот, и всегда, чтобы было упорство, чтобы добиться чего-то, все равно нужно всегда напором, вот, если что-то не получается, не расстраиваться, идти спрашивать у кого-то советы, вот, ну, у артистов, которые уже в этом более, ну, как бы, там, давно в шоу-бизнесе. Ну, можно и у меня. У меня часто спрашивают, я, ну, помогаю тоже много артистам. Я вот. Ты открыт к общению. Да. Синай, у тебя есть подарок для как раз начинающих артистов. Расскажи, что у тебя в руках, что ты хочешь подарить сегодня. Сегодня юбилейная RP-вечеринка 60 лет этого шансу. И я хочу. 60-е! 60 лет, это прям... Я что-то, простите, я просто... Вот, подарю такой сертификат. Это дает право на
приобретение у меня авторской песни. Вот, я напишу авторскую песню для юного таланта, который сегодня будет здесь выступать на вечеринке. Вот, песня «Под ключ». Вот, полностью стихи, музыка, вот, ну, как бы, напишем песню, вот, выберем сегодня самого яркого, талантливого, вот, даже если не будет попадать в ноты, ничего страшного, вот, подарим вот такой вот сертификат. Как вам нравится? Мне, да, я с удовольствием бы, я вот жалко сегодня не пою, а так бы я с удовольствием... Написано «Пой, как Синай». «Пой, как Синай». Да, добивайся успехов, как Синай. Да, супер, подарок супер. Я так поняла, ты будешь выбирать по энергетике, кто тебя больше всех зацепит своей энергетикой. Нет, ну почему будем выбирать вообще не то, что по энергетике, вот, будем просто, буду смотреть, кто старается, кто, ну, кто действительно этого хочет, потому что многие к этому относятся несерьезно, а я считаю, что такой подарок все-таки нужно подарить тому человеку, который искренне верит в себя и хочет петь, и хочет в дальнейшем этим заниматься, вот, потому что все-таки вот если подарить человеку, которому это не нужно и который этим не воспользуется возможностью этой, то я думаю, ну не стоит дарить ему, вот, он еще на пути к тому, чтобы прийти, вот, поэтому, ну, в общем, да. Синай, и сегодня у нас день города, давай пожелаем нашим любимым москвичам тоже что-нибудь, что ты им желаешь. Я хочу пожелать не только москвичам, но и всем гражданам нашей Российской Федерации, потому что по всем городам сейчас дни города проходят, вот, им счастья, здоровья, вот, празднуйте этот день, вот, это праздник, и желаю всех еще раз благ, и нам тоже, нас тоже с праздничком, вот, и вас, и меня, и ТВ «Шанс», вот, с днем города. И чтобы все мечты у всех сбывались. Да, все сбывались мечты. Спасибо. Вам ТВ «Шанс». До новых встреч. Вот, хорошей нам вечеринки. Все, пока. Пока.